12 молодых и перспективных спортсменов минчан, среди которых есть участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы, получили именные стипендии от Национального олимпийского комитета. Спортсмены в течение 6 месяцев будут получать денежные средства на свои банковские карточки. Финансы рассчитаны в основном на подготовку атлетов к международным стартам, однако каждый стипендиат может потратить эти сбережения и на собственные нужды. Генеральный секретарь НОК Анатолий Котов считает, что финансовая поддержка юных дарований – это в первую очередь вклад функционеров в будущие победы белорусов на международной арене. Никто не спадзяецца, что усе 12 будут олимпийскими чемпионами. Але без нашей подтримки мы уверены в том, что таких шансов у каждого спортсмена будет значно меньше. Тому мы укладываем на перспективу и спадзяемся добрых выников и добрых результатов. Кажется, что спортсменам деньги не нужны. Они нам всегда нужны. Прежде всего, это на какую-то спортивную фармакологию, на какие-то технические средства. Спортивный инвентарь в особенности. Это нам очень надо, без чего мы не можем существовать и тренироваться. Я 10-ю часть буду тратить на благотворительность, потому что детей надо помогать. Есть инвалиды, которые не могут ввиду своего физического возможности, не могут полноценно работать, зарабатывать. Поэтому поддерживать таких людей надо.